Подарить надежду тем, кто больше всех в ней нуждается. В Самаре прошла презентация проекта «Путевка в жизнь». На территории региона он начал работу в октябре прошлого года и уже получил поддержку правительства Самарской области и фонда президентских грантов. Основная задача этого проекта – это подыскать для ребенка, подростка, взрослого наставника, который бы ему помог социализироваться. В числе приглашенных гостей благотворительного вечера – бизнесмены и чиновники, готовы помочь в реализации проекта и депутаты фракции «Единая Россия». Это обмен опытом, обмен мнениями и привнесение каких-то новых идей, каких-то новых проектов и каких-то новых предложений для того, чтобы эта работа была полномасштабной такой. Вообще я считаю, что детей-сирот ни в городе, ни в нашей стране в принципе быть не должно. Сейчас уже сформировано 15 пар. Организаторы планируют расширять географию проекта и информировать о нем неравнодушных людей. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.